Продукция западноказахстанских аграриев отправилась в Нур-Султан. Автокараван взял старт возле поселка Подстепное Теректинского района. В управлении сельского хозяйства подчеркнули, что участие в ярмарке примут порядка 80 хозяйств и предприятий региона. Место сбора для большегрузов – автозаправочная станция неподалеку от поселка Подстепная. В управлении сельского хозяйства отметили, что одна из машин, груженная яйцами, уже отправилась в путь. Чтобы не повредить продукцию, фура должна ехать со скоростью не более 60 км в час. Общий вес товара – 120 тонн. Большой объем у нас – порядка 67 тонн. Это мясо, конина и говядина. Есть у нас мед, мука и макаронные изделия, консервные изделия, колбасные изделия. Также напитки. С 21 августа по 31 октября каждую субботу и воскресенье в столице будут проходить региональные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил официальный сайт акимата Нур-Султана. Ярмарки развернутся на площади возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» на пересечении проспекта Туран и улицы Динмухамеда Кунаева. Продукты питания будут реализовываться от товаропроизводителей регионов напрямую, без посредников. Путь автокаравана до Нур-Султана составит 2 дня. Уже в пятницу машины из нашей области прибудут в столицу. А в субботу и воскресенье жители Нур-Султана смогут порадовать себя продуктами из западного Казахстана. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.